70. Колеса. Ну там вся жизнь, да. Я там уже вызвать там это такси, там то это. Они же Мельников может разговаривать. Он как швид батареи. Я тогда просто. Начинаю уже готовиться. Я тогда расскажу просто. Смысл в том, что вот эти песни, как мы сейчас говорим, острые, да. Просто кто меня давно знает, в общем-то обычно все время пел про любовь, там какие-то там какие-то спортивные песни, какие-то шуточные. И вот одна первая песня, которая написалась, называется «Заповедная страна», я сейчас с нее и начну. То есть она так выделялась очень явно из того объема песен, которые было написано. Вот. И мои там ближайшие, мои друзья и семья говорят: «Серега, ничего себе, такую песню написал». Вот. И очень многим моим друзьям кажется, что это одна из лучших, удачных, которые вот у меня даже было после написано. Другие песни, которые я считаю, что сильнее, но она, говорит, очень удачная. Вот я с нее и начну. Эта песня называется «Заповедная страна». Заповедная страна, где береза да сосна. Здесь легко жмут желанный шаг, наша русская душа. Тихо было до поры, застучали топоры. Но не стройка, а разбой вдоль дороги столбовой. Легких денег перезвон заглушил их хрип и стон. Кому крест до земля, а кому шаг до Кремля, пилы вместо топоров, банки вместо кошельков, и продолжился грабеж, государственный берешь, билет Смольный, билет Кремль, билет все, что стоит денег, набивают в свой карман, и кругом обман, обман. Билет воду, билет газ, билет воздух, билет нас. И не чувствуют они приближения войны. Тихо-тихо до поры, как поднимем топоры. Вот тогда пойдет потеха, страшно станет не до смеха. Заповедная страна, где береза да сосна, здесь живет едва дыша наша русская душа. Хорошо. Здорово. И после этого еще написал следующую песню, называется «Песня обывателя». Пусть считают, что жизнь моя скучная, не спортивная, не наученная. Я не лезу в большую политику, мне достаточно просто быть винтиком. Я не трус, не тварь равнодушная. Нет, ребята, законопослушные, что приказано и поручено, все исполнено лучше лучшего. И дерусь, как умею, без жалости за невинные вроде бы шалости. И молчу, кем и сколько украдено, если сверху команда не дадена. Я отмечен особым доверием, и зарплатой доволен, и премией. Мне не надо размахивать
бьются молотом, за молчание платят золотом, а на выборах там голоса важны, и под дождь зеленый вышла полстраны. Для таких, как и я, это звездный час. Кто не с нами, тот, значит, против нас. И встает во весь рост оппозиция, а их под руки берет полиция. Все места давно подготовлены, незаметные, да укромные, как гуанна. С народом правительства не расстреливает за вредительство, добиваясь без всякого выстрела, чтобы все одинаково мыслили. И чем выше окажется бдительность, осмотрительность, подозрительность, тем светлее потом будет в будущем. Даже нищему в жалком рубище не согласен, что жизнь моя скучная и не подлая, и не сучая, а то, что совестью не замучена от того, что всегда был за Путина. Давайте сделаем смену, а я выпью. Недавно Щеглов написал интересное очень написал очень интересный пост. Доктор Щеглов? Ну а кто еще? Если я говорю Щеглов, значит, это... Я думаю, не послышал, да. Только Лёвка. Так вот, написал, и он лежал 5 дней в больнице. Доктор. Да? Ну, не доктор. Да. Имеет право приезжать. Доктор имеет право приезжать. Да какой доктор? Он психолог, так скажем. Психотерапевт. Даже, я не знаю, по-русски. Сексолог, правильно. Доктор Мол. Да. Только что, да. Нет, это просто учитель наших всех ребят. Алены, Борис. Так вот он написал. Да, так что поосторожнее, мы за Лёву сейчас можем. Кстати, просто смеяться. Лёва, мой друг, примерно 40 лет точно, а может даже 50. Да-да, ну, да-да. Чтобы вы так спокойно жили. Да, ну, мне уже вот 70 скоро будет. Жил. Не, ну а что, мы знакомы с ним примерно с моих 18 лет. Ну, в общем, не важно. И вот он вдруг пишет, он же сейчас оппозиционер такой ярый. Все, все стоять боятся, все против Крыма, там против, там после его против Путина. И вдруг мы тут собираемся с ним в ладах, встречаемся. Лёва сидит один, конечно, у него столик отдельный. На кого пришел? В поминках, даже не в поминках, это годовщина Рубина. Дима, да. Тоже, кстати, моего друга. И вдруг я смотрю, сидит Щеглов. И он кричит, ну давайте сюда. А он надо сидеть, прямо со мной. Мы с ним сели, по рюмочке, там все. Он говорит, я говорю, Лёва, ты сейчас смотришь. Ну я участвую там, что-то пишу, ну чуть-чуть. Потому что меня все банят, ну, в смысле, ругают, пока не банят. Я все время ставлю вопросы, потому что мне не очень нравится позиция крайняя. Его позиция, она для меня слишком крайняя. И позиция эта тоже слишком крайняя. Я просто держусь середины, потому что непонятно пока все. И наши отношения с Украиной непонятны. Отношения с Америкой непонятны. Понимаешь, потому что, ну как это говорить? Воюют правительства друг с другом. А мы как хохлы, как это говорят. Ну, вы меня поняли. Мы москали для них. Ну, я ему говорю, ну, а как это так? Он говорит, Серега, он говорит, слушай, а ты что, паспорт не получил еще из Израильский? Я говорю, нет. Он говорит, я давно сделал. Могу в любой секунду сесть, поехать в Америку, я приезжаю в Израиль и Россию. Я буду паспортами, ну когда мне надо это, надо это. Я говорю, знаешь, а мне отказали. Я пытался это сделать. Мы сказали, ну, на еврея ты похож, но у тебя не хватает справок. Справки об обрезании тебе не хватает. Это помните, как у Высоцкого за графу не пустили пятого? Да. И он и говорит мне консул эту фразу, я ему говорю, так чего?
объясню с моей женой, у которой фамилия Соломоник. Но она просто на ней просто пробость ставить невозможно. Она просто еврейка живая. Причем уже пожилая, старше меня. И мы сидим и говорим, подождите, ну, у нее брат там, тетка там, в Израиле. У меня похоронена половина там в Америке. Он говорит, вот не хватает, вот все, там вот надо такой трап. Ну, если он отказывается, он говорит, нет, вам не отказывают, просто собирайте справки, но пока вы евреи не считаете. Я говорю, 70 лет мы жили в этой стране, как жидовские боги. Теперь дайте мне справку, что я не жидовская боги. Когда мне будут ее пить, я буду показывать его. Что не консул из Израиля, да? Не отказал. Не спрашивал, не жидовский. Не жидовский. Поэтому бить меня не за что. Серега, вчера фишка нам что расскажешь, что тебе не дали паспорт, что ли? Нет. Ты начал про Щеглова, что, да? Щеглова это уже есть. А, ну только еще. Давно уже. Молодец. Молодец. Уважаем просто. Конечно, если уже Диана, то пускай самый он живет там, ну что же. Мишки Генри там валит. Да, вот там граждан тут хорошо кормят. Ребята 70-го года. Давай пускай валит куда хочет. Да. Интересно, что себе возможность создал. Как у него фамилия? Нет, я вообще не против. Фамилия. Я вообще люблю евреев своих собой. Ко мне лезут тараканы, потому что я считаю, что я... Если к слову, 80-х годов, 90-х годов. Это понятно. У меня была знакомая Софья Исаевна. Ну, наверное, все-таки дальше написано по латыни. В Дарконе там пишется... Вы же выезжаете? Ну, нет, кстати. Нету, конечно. Да не хочу. Вообще, глаз так нет. Начнем. Еврей домолился до Бога и говорит, у меня есть одно желание, хочу быть русским. И Бог ему отвечает, так поезжай в Израиль. Да, там сразу ты посмотрел уже там качество? Нет, не знаю, теперь пока посмотрите. Выбили бы хорошо. Надо, чтобы просто вы его посмотрели. Да, ты пишешь о любви, там, лирика, там, всякая философия, вот, но потом что-то тебя все равно достает, и, в принципе... Ты начинаешь асоциализироваться, да? Это была поездка в Крым, кстати, тогда. А? Вот эта песня вторая, после поездки в Крым. Да, которую я спел, да. Песня бывает, да. То есть он съездил, увидел это все, вернулся, и вот буквально в эту ночь, когда он в Крыму на пляже остался ночевать, сочинил эту песню. А давно это было? Это было года три назад. Ну нет, это вот только захватили. Ну, примерно, да. Первый год, когда Крым стал российским. Четыре года там уже прошло. Это пятый год. Вот так было. Как называется? А никак. Мне в тебя Россия
по первым строчкам. Мне в тебя, Россия, верить непросто. Ты знакома мне и незнакома. Начала еще тогда, в 90-х. Ты из танков да по Белому дому. Показать тогда смогла всему миру. Это было лишь с твоей находкой, что ты можешь защитить ювелирно демократию прямой наводкой. Мне в тебя, Россия, верить так стыдно. Ты ведешь себя как балаболка, экономика твоя самовыдна. От дефолта мы живем до дефолта. Ну и сколько раз ты к нам посылала обещания гаранта прогарков, а потом ты, как всегда, надувала свой народ, конечно, не олигархов. Мне в тебя, Россия, верить так трудно. Развела везде паюк и чинуши, отдаешься ты им так безрассудно, оставаясь сумасшедшей кликушей. Паразитов кормишь как-то покорно, а с людьми себя ведешь как злодейка. Пенсионную реформой позорной вынуждаешь жить народ за копейки. Мне в тебя, Россия, верить придется. У меня другой уж точно не будет. Но похоже, что тебе все не имется. Потерплю еще. Меня не убудет. Ну, как-то достал это все, да? Ну и, не знаю, сходит эта тема потихонечку со страниц. Ну, все равно, почему бы нет? Песенка про Башкирова и Петрова. О, да, да, ну, интересно. Не сходим. Они покинули давно родимый кров, и не разит от них тройным одеколоном. Простые граждане Башкиров и Петров идут уверенно туманным Альбионом. Простые граждане Башкиров и Петров идут уверенно туманным Альбионом. Не попадают они в свет прожекторов, хоть их спецслужбам не имеют отношения. Простые граждане Башкиров и Петров лишь под подпиской за неразглашение. Простые граждане Башкиров и Петров лишь под подпиской за неразглашение. Их облеск вежлив, неприметен и суров. Про скрипалей они ни слыхом не слыхали. Простые граждане Башкиров и Петров участвовать не будут в криминале. Простые граждане Башкиров и Петров участвовать не будут в криминале. Они не трахают овечек и коров. Транссексуалы отношения не имеют. Все. Нет, давайте сначала, сейчас. Ну, потому что это запись все-таки. А, запись становилась? Да.
Я просто как бы... Ну, да, конечно, конечно. Давай, что? Да. Давай. Да. Я потерялся чуть-чуть. Да. Не поднимай тон, играй так и все. Или тебе надо поярче, чтобы было? Ну, я как-то... Ты решил тон поднять. Да, как привык, так. Как привык играть, конечно. Не попал. Да. Ну, да, и поэтому сбился. Не трогай тон. Нет, он как... Ну, что, хотите в ля-минор все? Ну, давай в ля-минор все сделаем. Коров он сразу... Наверное, да. В ля-минор, да? Все в ля-минор. Ну, а где? А что такое в ля-минор? Тащи дальше. Не, ну, в одной тональности, не без модуляции. Бля-минор. Ну, играй, конечно. Бля-минор. Бля-минор, да. Хорошо, да. Все, бля-минор. Я понимаю, ты в последнем куплет хотел спеть выше. Нет, я потом ухожу обратно. Ну, ладно, не надо. Ладно. Хорошо. Запись. Они покинули давно родимый кров, и не разит от них тройным одеколоном простые граждане Баширов и Петров. Идут уверенно туманным Альбионом простые граждане Баширов и Петров. Идут уверенно туманным Альбионом. Попадают они в свет прожекторов, хоть их спецслужбам не имеют отношения простые граждане Баширов и Петров. Лишь под подпиской за неразглашение простые граждане Баширов и Петров. Лишь под подпиской за неразглашение их облик вежлив, непринятен и суров. Про скрипалей они и слыхом не слыхали, простые граждане Баширов и Петров. Участвовать не будут в криминале простые граждане Баширов и Петров. Участвовать не будут в криминале. Они не трахают овечек и коров. К транссексуалам отношения не имеют простые граждане Баширов и Петров. Обыкновенные, порядочные геи, простые граждане Баширов и Петров. Обыкновенные, порядочные геи, а новичок у них от шей и комаров. Этим средством трут дверные ручки простые граждане Баширов и Петров. Не ожидая от Дрезена хлопушки простые граждане Баширов и Петров. Не ожидаю от Дрезен на хлопучки. Не пахнут гарью от посадочных костров. И не висят за ними стропы парашютов простые граждане Баширов и Петров. Привет России вновь несут кому-то простые граждане Баширов и Петров. Привет России вновь несут кому-то. Это да, это сильно. Это ты такие песни теперь пишешь, да? Ну, надеюсь, что нет. Черт тебе сегодня у нас такой формат, поэтому... Нет, я понимаю, да. Поэтому вот так. А сегодня такой день, да? Такой милый... Не, мы для этого собрались. Такой, да, для социальных интересов. Да, да. Серега почувствовал, что не туда пришел. Пришел послушать про Ромас, про Леонид. Да, я про любовь сейчас дослушался у старика. Сергей, ваш черед. Я прошу вас. Да. У нас сейчас пока по две песенки, а там уже дальше как получится. Давай. Сережа, у тебя вот эта гитара.